Открытый диалог. Диалог. С Александром Непомнящим. Традиционная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Здравствуйте. Я не знаю, как правительство, которое сформировано, называют правительством единства, в других случаях называют правительством перемен. Ну и давайте-ка поговорим о том, что за перемены грядут, или каковы последствия формирования подобного правительства, и в частности, на дипломатической ниве. Да, Сергей, действительно, есть вопрос, как называть это правительство, о том, что его левые называют его правительством единства. Мы еще поговорим, может быть, во второй части. А сейчас я хотел бы начать с анализа того, что нам следует ожидать в положении Израиля на дипломатической арене, поскольку, судя по всему, оно резко ухудшится и изменится благодаря, или, так сказать, вследствие этого правительства. И здесь снова я повторю то, что говорил в прошлый раз. Я не столько хочу нагнетать ситуацию и пугать наших слушателей, сколько просто посмотреть трезво на ситуацию и подготовиться к тому, что будет, потому что недаром же говорят, предупрежден, значит вооружен. К сожалению, нам нужно готовиться к худшему и лучше осознать это чем раньше, чем позже. Так вот, скорее всего, уже в ближайшее время Израиль утратит большую часть своих дипломатических достижений на международной арене, поскольку и будущий глава МИДа Яир Лапид, и его партнеры по новой коалиции не скрывают своего желания избавиться от достижений премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Очень похоже на то, что, собственно, мы наблюдаем и в Америке. Последние 10 лет, впервые в своей истории, надо сказать, Израилю удалось занять прочную дипломатическую позицию и в регионе, и во всем мире. Израиль развивал стратегические контакты с арабскими государствами, мы об этом очень много говорили в наших передачах, и со странами Восточного Средиземноморья. Вся эта история, как бы, газ и против Турции, которая принесла нам новых друзей в Южном и Восточном Средиземноморье. Израиль наладил тесные связи с Вышеградской группой, государствами Центральной Европы, Венгрией, Польшей, Словакией, Чешской Республикой, а также с Австрией и Италией. Наконец, Израиль улучшил свои дипломатические и торговые отношения со странами Африки, Центральной и Южной Америки, а также с Индией, Японией и Южной Кореей. Все это было сделано в последние 10 лет, и все это было сделано, конечно, в первую очередь благодаря Нетаньяху. К сожалению, скорее всего, то, чего Израиль добился благодаря долгим и кропотливым усилиям, будет потеряно с приходом к власти новой правящей коалиции во главе с Яиром Лапидом. И случится это прежде всего по трем причинам. Во-первых, автором, как я уже сказал, всех этих дипломатических успехов Израиля является уходящий в оппозицию премьер-министр Биньямин Нетаньяху. И все они основывались на его внешнеполитическом видении, согласно которому дипломатические отношения строятся на общих интересах даже больше, чем на идеологии, а также на том, что Израиль может многое предложить странам мира. Я хотел бы остановиться подробнее на первом пункте. На общих интересах больше, чем на идеологии. Очень многие люди критиковали Нетаньяху за то, что тот поехал в Москву и стал договариваться с Путиным. Но на самом деле интересы Израиля говорили, что нужно делать именно это. Россия ввела войска в Сирию, и Израиль регулярно уничтожает иранские позиции в Сирии. И если бы не было такой договоренности, совершенно понятно, что мы бы могли оказаться в ситуации прямого столкновения с Россией, которая не нужна ни Израилю, ни, соответственно, России. И Нетаньяху поехал и договорился, и он сумел договориться с Путиным. И при этом многие его говорили, как можно разговаривать с таким человеком, он диктатор, он то, он все, и пятое, десятое. Нетаньяху ни разу не защищал Путина и не говорил, что не оправдывал его. Он просто никогда не касался этой внешней, внутриполитической ситуации, потому что его задача, он не оппозиционер российский. И не его задача учить российского президента или вообще народ России, кто должен быть их главой. Нетаньяху решал исключительно задачи Израиля, а в интересах Израиля важно было договариваться с российским президентом. И вот это умение не говорить об идеологии или не судить о том, что хорошо, что плохо, а смотреть на общие интересы стран и на то, что минимизирует проблемы и потери, это умение, которое было у Нетаньяху, есть Нетаньяху, и которое, разумеется, абсолютно отсутствует у неопытных и мотивированных левой идеологии наших новых лидеров, которые вот в воскресенье должны стать правительством.
Есть много вещей, в которых расходятся позиции членов новой правящей коалиции, но в одном они все согласны. Все они ненавидят Нетаньяху. Иными словами, первая причина, по которой Израиль, вероятно, вскоре откажется от своих дипломатических достижений, состоит в том, что Лапид и большинство его партнеров по коалиции очень заинтересованы поскорее избавиться от всего того, что напоминало бы о достижениях Нетаньяху. Но это только одна причина. Есть и вторая. Вторая причина, по которой дипломатическая позиция Израиля, видимо, рухнет в ближайшее время, заключается в том, что Лапид и министр обороны Бенни Ганц вместе с большинством своих партнеров по коалиции абсолютно не разделяют дипломатическое видение Нетаньяху. Лапид собирается стать министром иностранных дел, как и большинство представителей израильской элиты, объединяющие левые политические круги, СМИ, высшее руководство служб безопасности и Министерство иностранных дел и юстиции. Лапид и Ганц убеждены в том, что дипломатическая позиция Израиля является исключительно функцией отношений с тем, что в Америке называют внутрикольцевой дороги, то есть имея в виду магистраль, окружающую Вашингтон, то есть высшими кругами чиновников федерального правительства, с подрядчиками, с лоббистами и корпоративными СМИ. Да, то есть, иначе говоря, по мнению вот этой вот израильской левой элиты, чем покорнее Израиль американскому правящему классу, тем лучше ему будет на международной арене. И напротив, чем сложнее его отношения с американской элитой, тем слабее станет его международное положение. Это очень проблематично, и мы об этом чуть позже поговорим еще. Но это то, как считают, как видят ситуацию члены новой коалиции. И это, разумеется, не идет вместе с теми достижениями, которые Израиль приобретал в международных позициях, не идя на поводу или не делая то, что ему, так сказать, то, чтобы не, только то, что нравилось американскому правительству. И третья причина, по которой десятилетие дипломатических достижений Израиля, надо полагать, скоро закончится, состоит в том, что одержимые Америкой, Лапид, Ганц и им подобные абсолютно не понимают важности тех приоритетов, которыми руководствовался Нетаньяху. Они не станут выделять необходимые ресурсы для поддержания связи, которые он наладил, например, с канцлером Австрии Себастьяном Курцем или президентом Бразилии Хавьером Болсонару, то есть с правыми политиками, которые им вообще не близки идеологически, понимаете? Им же важно, чтобы главное, как третий интернационал, второй интернационал, какой там был, интернационал, вот мы коммунисты, мы все левые марксисты, мы вместе. А Себастьян Курц не левый, значит, он враг, значит, он фашист. Болсонару тем более фашист. Ну, про Трампа мы вообще не говорим. И Лапид и Ганц вообще не дорожат такими связями. Значит, эти связи ослабнут или исчезнут совсем, потому что никто нам ничего не должен. Если Израиль не поддерживает такие отношения, то и с той стороны ответного, как бы, движения не будет самого по себе. И здесь самое время перенестись в Вашингтон, единственное место, которое с точки зрения нового кабинета министров будет иметь значение. В первых числах июня госсекретарь США Энтони Блинкен выступал в комитете Палаты представителей и в комитете Сената. И его замечания показали, что точно так же, как Лапид и его коллеги намерены разрушить наследие Нетаньяху, Байден, Блинкен и их советники совершенно безжалостно и целеустремленно сметают все, что имело отношение к политике и к достижениям Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Ну, начать хотя бы с позиции по Голландским высотам. В 2019 году Трамп признал суверенитет Израиля над этим стратегическим анклавом вдоль границ нашей страны с Сирией и Иорданией. Когда же сейчас Блинкена спросили, признает ли администрация Байдена суверенитет Израиля в этом регионе, Блинкен ответил: с практической точки зрения Израиль обладает контролем над Голландскими высотами, независимо от их правового статуса, и это останется таковым до тех пор, пока Сирия и все, что вокруг нее, не перестанет представлять угрозу для Израиля, а мы пока даже немного к этому не приблизились. Но если все это перевернуть и как бы раскрутить, то он сказал: нет, они не поддерживают признание Трампа. Еще есть Иран. Сенаторы-демократы в понедельник присоединились к своим коллегам-республиканцам и потребовали разъяснений по поводу ядерной дипломатии администрации Байдена с Ираном. Я напомню, сделка 2015 года, которой так привержена нынешняя администрация, наложила временные ограничения на ядерную деятельность Ирана и взамен открыла Ирану прямой путь к обладанию военным ядерным потенциалом в 30-м году, то есть через 15 лет после сделки, обеспечив Иран по ходу дела 150 миллиардами долларов, поскольку были сняты санкции с режима иранского. Трамп отказался от этой сделки в 2018 году, поскольку Иран грубо нарушал ограничения на свои ядерные действия и восстановил экономические санкции США, отмененные администрацией Обамы. И вот депутаты, как республиканцы, так и демократы, спрашивали, как отмена экономических санкций США в отношении Ирана, к которым стремится нынешняя администрация, поможет достижению цели по ограничению ядерной деятельности Ирана, учитывая то, что Тегеран все это время нарушал приписанные ему сделкой ограничения. Сенаторы и демократы, и республиканцы спрашивали и хотели понять, почему, с чего вдруг Иран согласится на более длительные, более строгие ограничения на свой ядерный проект в будущем, если сделка 2015 года открывает ему путь к бомбе.
И они хотели знать, может ли Блинкен гарантировать, что средства, высвобождающиеся при снятии санкций, не попадут в казну корпуса стражей исламской революции. Но Блинкен ответил на все эти вопросы, не слишком обременяя свой ответ здравым смыслом. Я процитирую, потому что это очень трудно пересказать. «Эта ядерная программа Ирана стремительно набирает обороты», — сказал Блинкен. «Чем дольше она продолжается, тем короче становится время, отделяющее Иран от получения бомбы. Сейчас, согласно публичным отчетам, оно сократилось в лучшем случае до нескольких месяцев. Если так пойдет дальше, то сократится до нескольких недель». К чему? О чем? И при этом как бы этот алармистский взгляд Блинкена, то есть он говорит, кошмар, полундра, через несколько недель Иран сможет как бы получить бомбу. Но что дальше он говорит? Блинкен как бы это не было преамбулой к призыву нанести удары по ядерным объектам Ирана или даже объявить какую-то новую стратегию максимального экономического давления, направленной на крах режима. Нет. Напротив, Блинкен заявил, что в свете масштабов и срочности угрозы США обязаны немедленно вернуться к соглашению 2015 года, то есть предоставить Ирану миллиарды долларов через ослабление санкций, чтобы убрать ядерную проблему в ящик. Ну, говоря простым языком, опять же, переворачивая вот этот самый канцелярит, Блинкен объяснил, что опасения сенаторов вообще не имеют никакого значения. Политическая цель администрации — не помешать Ирану стать ядерной державой и региональным гегемоном. Цель администрации — стать другом Ирана, понимаете? За несколько дней до того, как Блинкен отказался от признания США суверенитета Израиля над Голландскими высотами и сказал, что цель политики США в отношении Ирана — быть другом Аятолл, даже если это означает, что Иран станет ядерным гегемоном в регионе, Блинкен встретил своего друга, в кавычках, Бенни Ганса в Государственном департаменте. Очевидно, встреча не произвела впечатления на Блинкена. И если Ганс надеялся, что понравившись окружению Байдена, он сможет на них как-то повлиять, то его, несомненно, ждало разочарование. Ну, Блинкену что вообще это нужно? Этот шестерка, этот холоп приехал засвидетельствовать свое почтение? Ну, пусть засвидетельствует, поцелует пятку султану. Как бы он должен, интересен только в том плане, как четко он будет выполнять указания, которые будут приходить от Блинкена и его людей. Признавая, что Обама и его команда, которая сейчас является командой Байдена, не намеревались помешать Ирану превратиться в регионального гегемона, вооруженного ядерным оружием, Нетаньяу в последние 8 лет разработал основанный на взаимных интересах альянс с арабскими странами Персидского залива, вот эти соглашения Авраама, о которых мы все время говорили. Но администрация Байдена настолько враждебна этому альянсу, что начала наступление на Саудовскую Аравию сразу же после своего прихода к власти. Администрация отказывается даже просто упоминать о заключенных соглашениях Авраама. А во время недавней мини-войны Хамаса против Израиля администрация, как сообщают сейчас некоторые СМИ, оказывала давление на государства, подписавшие эти соглашения, то есть на Эмираты, на Бахрейн, Судан и Марокко, чтобы те осудили усилия Израиля по уничтожению ракетного потенциала Хамаса, чтобы выступили против Израиля, как бы на стороне Хамаса. Нет никаких сомнений, что Нетаньяху пришлось потратить огромное количество времени на то, чтобы погасить эти обсуждения. То есть это личный авторитет Нетаньяху сумел предотвратить осуждение этих стран и как бы фактически развал соглашения Авраама. И вот перед лицом инстинктивной враждебности администрации к связям Израиля с суннитскими арабскими государствами Лапид, Ганс и их коллеги с гораздо меньшей вероятностью станут переворачивать небо и землю, чтобы сохранить эти контакты, понимаете? А еще есть Иерусалим. На днях 16 сенаторов-республиканцев подписали письмо президенту Джо Байдену, в котором выразили свое несогласие с планом администрации открыть консульство в Иерусалиме для властей палестинской автономии и повторно открыть представительство Организации освобождения Палестины в Вашингтоне. Трамп закрыл консульство в соответствии с законом о посольстве в Иерусалиме. То есть есть в Америке посольство в Иерусалиме. Нет никаких посольств других, потому что одна страна, одна столица, одно посольство. Но Байден же хочет, он же не признает единый Иерусалим. Он хочет, чтобы в Иерусалиме у Вашингтона, у Америки было представительство для Израиля и для несуществующего вымышленного государства палестинских арабов. И он намеревается открыть его за консульство, которое было. А еще Трамп закрыл офис Организации освобождения Палестины в Вашингтоне, поскольку тот действовал в нарушении американского закона о содействии правосудию и безопасности жертвам террора. Это известный закон Форса Тейлора. То есть если организация дает деньги террористам на то, чтобы те убивали евреев, выплачивает им всякие пособия за это, то у такой организации не может быть представительств в США официально. Трамп закрыл, это закон. Теперь сенаторы подчеркивают, что открытие консульства в Иерусалиме и повторное открытие офиса ООП в Вашингтоне будет противоречить законам США, понимаете? Но хотя сенаторы без сомнения абсолютно правы, администрация твердо намерена реализовать свой план. Как они обойдут закон, дело десятое. Главное, что они хотят, значит, сделают.
единственный способ изменить курс – это натолкнуться на резкое сопротивление их усилиям. То есть что Израиль начнет говорить: нет, вы не можете открыть еще одно посольство в Иерусалиме, это наша столица. Хотите открыть посольство какой-нибудь Нарнии или чего-нибудь, открывайте где хотите, на Марсе открывайте свое посольство, в Сирии открывайте посольство, но в Иерусалиме, столице Израиля, есть только одно посольство, наше, других не будет. Но от коалиции Лапида ждать такого сопротивления не стоит. Лидер партии «Авода» и новый министр транспорта Мирав Михаэли заявила на этой неделе, что намерена отменить выделение 1,5 миллиарда шекелей, это примерно 500 миллиардов долларов, на улучшение дорог в Иудее и Самарии. Лидер арабской партии РАМ Мансур Аббас идеологически близок к братьям-мусульманам. И он скорее прибудет сам на открытие дипломатической миссии США в столице Израиля, которая будет создана администрацией Байдена для обслуживания врагов Израиля. То есть он как раз очень даже за. Они не будут сопротивляться. Но это еще не все. Одним из величайших дипломатических активов Израиля в последние годы были тесные связи, которые еврейскому государству удалось установить с национально настроенными лидерами стран, входящих в Евросоюз. Раз за разом эти лидеры блокировали попытки руководства Евросоюза в Брюсселе осудить Израиль. Лидером, который сделал все возможное, чтобы заблокировать осуждение Израиля Евросоюзом, был премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. И самым откровенным и громким врагом связи между Иерусалимом и Будапештом является Лапид. Почему? Когда Орбан прибыл в Израиль с официальным визитом, Лапид назвал это событие национальным позором. Национальный позор. Почему? Потому что Орбан венгерский националист, и он в свое время выразил восхищение лидером Венгрии во время войны и соратником нацистов адмиралом Хорти. Окей. Как бы вряд ли евреи должны радоваться тому, что кто-то высказывается с восхищением о соратнике нацистов адмирале Хорти. Ясно. Но совершенно понятно также, что для сегодняшних интересов Израиля гораздо важнее, что Орбан, который абсолютно не нацист, он так понимает Хорти. Он восторгался его какими-то успехами в создании национального государства. Окей, нам это неприятно. Но политикам часто приходится иметь дело с гораздо более проблематичными персонажами. Да? И уж, конечно, друзья Байдена в Иране люди гораздо менее приятные, чем Орбан. И поэтому для Израиля было важно то, что Орбан восхищался Израилем, поддерживал национальное еврейское государство. И каждый раз, когда Евросоюз хотел выразить какую-то, сделать какую-то гадость Израилю, он блокировал это, потому что Венгрия — часть Евросоюза. Но, как и главы еврейской общины США, к слову, с которыми Лапид тесно связан, и, видимо, финансово тоже, он, сам Лапид глубоко враждебно настроен к лидерам европейских националистов, несмотря на их горячую поддержку Израиля. Там не только Орбан, там есть и Курц из Австрии. В качестве министра иностранных дел Лапид, скорее всего, забросит связи Израиля с Вышеградской группой и тем самым подорвет способность Израиля предотвращать осуждение Израиля со стороны Евросоюза. Ну, а что там насчет Нафтали Беннета, спросите вы? Он же будет премьер-министром. Где во всем этом будет место премьер-министра? Но даже в том маловероятном случае, что Беннет захочет продолжить политику Нетаньяху, у него просто не будет на это полномочий. Хотя в теории предполагается, что правительство будет придавать равный вес представителям как правого, так и левого крыла, трудно понять, как это станет осуществляться на практике. Вот партия Виктора Либермана, Исраэль Битейну, по-прежнему многие считают ее правой партией. При этом Либерман придерживается сегодня левых позиций почти во всем вопросам. Например, в вопросе о законе о национальном характере государства Либерман выступает против, ему это не нужно. У него же избиратели в основном не любят евреев, поэтому зачем ему нужно как-то какой-то национальный характер государства? Трудно себе представить, что он, Либерман, станет на сторону Беннета в чем-то спорном, особенно если это будет связано с сохранением наследия Нетаньяху. Но даже если бы Либерман этим встал бы на сторону Беннета, чего не случится. Но если бы, у них бы все равно не было бы достаточно сил заставить Лапида делать то, чего тот делать не хочет и не собирается. В лучшем случае они лишь могут помешать ему делать то, чего они не хотят, чтобы он делал, понимаете? Если Лапид, например, скажет: я думаю, что нужно отступить из Иудеи и Самарии. Возможно, что Беннет и Сар скажут: нет-нет-нет, мы это не прокатим, мы накладываем вето, мы не согласны, Израиль не должен отступать из Иудеи и Самарии. И в лучшем случае они могут как бы добиться того, чтобы это заявление Лапида или действия Лапида в этом направлении были как-то приторможены. Но они не могут заставить Лапида, например, дружить, поддерживать связи с тем же Орбаном, который нам так нужен для того, чтобы блокировать антиизраильские резолюции Евросоюза. Они не могут заставить его дружить с Себастьяном Курцем из Австрии или с Бальсонару из Бразилии. Вот в чем дело. Если Беннет решит действовать независимо в качестве премьер-министра в вопросах Иерусалима или Голландских высот, или попытается блокировать Иран от получения бомбы, или попробует сделать что-то еще из того, что, как бы против чего выступает Лапид и левый,
он обнаружит, что его партнеры по коалиции вместе со СМИ безжалостно поджаривают его на углях. Надо понимать, Беннет и Сар, то есть если даже Сар отнести к правым, и Либерман отнести к правым, их всех эти три партии, как бы условно правые, их там порядка 18 голосов. А еще 40 – это левые. То есть их треть от коалиции. Поэтому, и более того, мы сейчас видим по всем опросам, что избиратели Беннета больше Беннета не хотят. Они же видят, что он их предал, он им врал, он их предал, он обманул как бы все свои предвыборные обещания, он оставил в стороне. И вот теперь лишенный политической базы Беннет, как и вся его, как его коллега из партии «Новая надежда» Гидеон Сар, они должны будут, как бы они очень быстро осознать, что у них есть два варианта. На самом деле они наверняка все это уже осознали и уже свой выбор сделали. Но какой выбор? Они либо должны будут принять идеологические позиции левых, то есть перейти в левый лагерь, как это сделали до них Худольмерт, Цепеливни, Ариэль Шарон, либо свергнуть правительство и уйти в никуда, потому что у них больше электоральной базы нету. Им никто не хочет больше верить. Они были правыми, но они предали своих избирателей, и сейчас то, что у них осталось, не позволит им пройти электоральный барьер. Поэтому им придется сидеть в этом правительстве и смиряться с тем, что будет оно делать. И вот, подводя итог, администрации Байдена потребовалось менее 6 месяцев, меньше полугода, чтобы уничтожить достижения Трампа в отношении Израиля на Ближнем Востоке в целом. Увы, видимо, не будет преувеличением сказать, что новое правительство обрушит дипломатическую позицию Израиля уже в самый первый день их прихода к власти. И это, конечно, очень-очень печально. И, увы, к сожалению, мы должны быть готовы к этому психологически, морально, понимать, что нас не ждет ничего. Это новое правительство. Сергей. Давайте, наверное, мы сделаем перерыв небольшой в этом месте, после чего вернемся, продолжим. И если у вас будут вопросы, уважаемые дамы и господа, телефон в студии по-прежнему 847-400-5200, но уже после рекламной паузы. Открытый диалог. Диалог с Александром Непомнящим. Возвращаемся в программу Александра Непомнящего. Открытый диалог. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если у вас возникли какие-то вопросы, может быть, комментарии, пожалуйста, набирайте этот номер телефона, если успеете набрать до того момента, как мы продолжим разговор. Ну, впрочем, если будут звонки, я, наверное, смогу сообщить. Прервемся, остановимся, послушаем, что думают наши радиослушатели, какие у них вопросы. Ну, а пока продолжим о том, как будет выглядеть новое правительство. Ну вот сегодня были опубликованы коалиционные соглашения. Напомню, сегодня начинаются выходные в Израиле, пятница, суббота. И вот накануне выходных были опубликованы все коалиционные соглашения всех партий как бы между собой. Это огромная коалиция, огромное правительство. Они еще проводят норвежский закон таким образом, что министры будут как бы отдельно в правительстве, они будут депутатами Кнесета, значит, зайдут новые депутаты Кнесета. Ну, таким образом, как бы, чтобы общество кормило большое государство. Да? Ну, речь идет о том, что большинство в этом правительстве марксисты, поэтому, конечно, большое государство, большое правительство потребует больших налогов. Я уже видел, что в коалиционных соглашениях предполагается увеличение налога для работников хай-тек. Меня это касается лично. Так что тоже не прибавляет мне радости по поводу происходящего. Но это все, конечно, мелочи. На самом деле, знакомство с опубликованными сегодня коалиционными соглашениями подтверждает то, что, в общем, было ясно и прежде, о чем мы говорили еще на прошлой неделе. Целью встающей коалиции, коалиции 8 партий, маленьких партий, с главой правительства, у которого 1/20 Кнессет, его партия 6 человек, и один из них вообще ушел от него, потому что он не готов в этом участвовать в беспределе. Так вот, целью встающей коалиции является политическое уничтожение одного конкретного человека, Бениамина Нетаньяху. И эта коалиция даже не пытается скрывать то, что они пытаются свести, что они стремятся свести счеты со своим политическим противником, как бы в нарушение всех норм. Они проводят закон персональный против Нетаньяху о том, что тому будет, что тот не может быть премьер-министром, и, возможно, даже как бы не может вообще баллотироваться в Кнессет. Почему? А потому. Как определить Бениамин Нетаньяху? Они не пишут, что это человек по имени Бениамин Нетаньяху. Они пишут о человеке, который 8 лет или больше был премьер-министром. Таких людей у нас 2. Нетаньяху и Бен-Гурион. Ну, Бен-Гурион, как вы знаете, давно похоронен. Значит, личный персональный закон против Нетаньяху, потому что победить его иначе они не могут. И вот они сбиваются в кучу, чтобы
его уничтожить. Но это цель. А цена? Какова цена? Александр, прежде чем мы перейдем к цене, которую заплатит Израиль за вот это вот, давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, спасибо за ваш глубокий анализ. У меня к вам такой вопрос. Вот я до сих пор не могу понять. Вот Либерман, допустим, да, и вот кто за него голосует? У него все его заместители сидят, причем сидят глубоко. Уже там, я не знаю, там 10 лет или сколько они сидят. Он как будто бы вне этого. Неужели нельзя доказать, что он инициатор этого? Неужели никто им не занимается? Вести в правительство такого человека, который краптит, ну, коррумпирован, имеется в виду, и кто за него такие голосует? Это же полностью, понимаете, неправильно. И я не понимаю эту русскую публику, или неправильно им рассказывают про него, или что это происходит, и почему этот человек находится в правительстве. Вы затронули одну из самых действительно важных, актуальных тем в Израиле. Авигдор Либерман — это человек, все практически все высшие номенклатурные представители его партии под ним, они все либо находятся под судом, либо уже сидят, причем не за какие-то, так сказать, странные вещи, там непонятные, а конкретно за расхищение государственного имущества, то есть за воровство. При этом они все утверждают, что они воровали не для себя, а для партии. При этом все прекрасно знают, что в партии Виктора Либермана, диктатора, в котором слово «демократия» вообще является чуть ли не бранным, любое движение листочка со стола справа налево или переворачивание не происходит без разрешения хозяина, то есть Либермана. То есть все прекрасно понимают, включая и прокуратуру, что когда его помощница Фаина Киршенбаум приговаривается к 10 годам за воровство государственных денег в колоссальных масштабах, и она говорит, что она воровала для партии, не может быть ситуации, при которой который Либерман этого не знал. Но Либермана не вызывают на допрос, не спрашивают его, не начинают разбираться, потому что Либерман нужен израильскому дипстейту для того, чтобы сломать Нетаньяху. И поэтому Либерман как бы получил себе индульгенцию и неприкасаемость за счет того, несмотря на свою бешеную коррумпированность, как бы коррумпированность всей структуры, которую он построил, потому что он нужен для уничтожения Нетаньяху. Что будет после того, как Нетаньяху они выведут из политической игры, трудно сказать. Теперь, кто за него голосует? Это действительно очень хороший вопрос. В Израиле существует, у Нетаньяху есть большой бейс, который собран как бы из пожилого русскоязычного населения. Это люди, которые живут как бы в гетто, которое они сами себе построили. Они не хотят и не могут изучить иврит. Они не знают того, что происходит в Израиле. Они слушают новости российские, плюс читают дешевую бульварное чтиво, так сказать, которое выходит в Израиле на русском языке. Все это полностью контролируется Либерманом. Россия тоже, в общем, про Либермана ничего плохого не рассказывает, ничего правдивого не рассказывает. И они живут в таком пузыре, считая, что Либерман их защитник, он единственный, кто защищает их интересы, что является ложью, потому что он вообще никогда не защищал интересы русскоязычных репатриантов. Вся его как бы деятельность сводилась к пустословию. За 20 лет он не провел ничего, что действительно как бы помогло бы репатриантам или продвинуло их интерес. Но они живут совершенно в другом как бы мире информационном. И это одна часть. Вторая часть — это публика, которая приехала в Израиль по закону о возвращении, но при этом, в общем-то, скажем так, чужда абсолютно какой-то еврейскому самосознанию. Это люди, которые уехали из России, из Украины, из Белоруссии. Тут недавно, во время очередной коллизии в России, по-моему, связанной с Навальным, была большая демонстрация такой вот русскоязычных репатриантов новых, так сказать, против российских властей. Вообще, сама по себе идея, если уже вы уехали в Израиль, то почему вас должны интересовать происходящие в России события? Ну хорошо, допустим, вы политически активны, вам еще болит то, что там происходит, но плакаты там были говорящие сами за себя. На одном плакате было четко написано: «Путин, уйди, дай мне вернуться домой». То есть этот человек уехал в Израиль не потому, что его позвало еврейское сердце в эту страну. Он уехал в Израиль потому, что ему не нравится Путин, он оттуда сбежал, чтобы отсюда, из комфортного Израиля, ругать Путина и призывать его уйти в отставку. Так вот, эти люди часто вообще относятся как бы к еврейской составляющей Израиля очень отрицательно. То есть то, что Израиль изначально создан как национальное государство еврейского народа, а вовсе не как государство всех его иммигрантов, абсолютно нет. Они этого не понимают и не знают.
Их раздражают эти люди с пейсами, эти люди, которые религиозные евреи, которые там что-то непонятное такое делают и как-то навязывают какой-то свой еврейский характер государству. И приходит Либерман и говорит, мы это все выбросим. Эти харидим, как сказал Либерман перед выборами, мы их на тележку и на свалку. Такая страшная аллюзия с тем, что говорили за 70 лет до него другие люди, в другом месте немножко. Но вот он так легко это все говорит, и его активисты на местах во время этих двухлетних беспрерывных выборов подняли такую волну антисемитизма настоящего, прикрытого как бы ненавистью к харидим, но, по сути дела, совершенно махрового антисемитизма. И многие из тех, кто приехал в Израиль, на самом деле в глубине души недолюбливают евреев, но понимали, что выступать против евреев в Израиле, может быть, как-то может быть чревато, они поняли эту фишку. Можно говорить, если ты не любишь евреев, не надо говорить, что ты не любишь евреев. Скажи, ты не любишь религиозных евреев, ты не любишь этих харидим, ты не любишь досок. Вот. И тогда тебя все поймут и обнимут. Это еще одна часть, составляющая как бы, электорат Либермана. И, наконец, есть у него появилась недавно новая, очень забавная, арабы и друзы в Галилее. Что конкретно пообещал Либерман арабам и друзам в Галилее, трудно сказать, но несколько деревень, так сказать, массово проголосовали за него, обеспечили ему вот его мандаты, которые у него сейчас есть. Поэтому этот человек, скажем так, поскольку принципов никаких нет, он сегодня может сказать одно, а завтра другое, то до сих пор вот он барахтался, как-то проходя электоральный барьер. Сейчас, когда он станет министром финансов, то есть получит возможность раздавать деньги направо и налево, ставить своих людей, он получил сразу несколько важных направлений. Во-первых, само Министерство финансов. Во-вторых, та комиссия Кнессета, которая должна проверять, что делает Министерство финансов, тоже будет в его руках, понимаете? То есть главного коррупционера, ну и так скажем, человека, в партии которого все до единого высшие чиновники практически, были, находятся под судом или уже сидят за коррупцию в особо крупных размерах, глава этой партии становится министром финансов, он же контролирует комиссию, которая контролирует Министерство финансов, он же возглавляет управление государственными компаниями, и он же будет возглавлять так называемый натив, то есть ту структуру, которая сегодня проверяет как бы еврейство, право на репатриацию у представителей Восточной Европы. Вот захотят люди поехать из России в Израиль, они должны пройти через натив. Натив проверяет, какое вы отношение имеете к еврейскому народу вообще. И вот вы сами понимаете, какой простор и какие, так сказать, возможности открываются для представителей Либермана в данной ситуации. Вот. Поэтому надо полагать, что после этой каденции он значительно расширит свой электорат. Я полагаю, что его цели достаточно амбициозны. Он, по сути дела, в этом правительстве единственный опытный человек. То есть приходит к власти люди, которые привыкли шуметь на площадях и быть в оппозиции, никогда ничем не управляли. И вот сейчас приходит единственный человек, который что-то понимает в управлении государством. Не то, что он крупный управленец, но он был, у него есть большой опыт, порядка 20 лет в правительстве. И вот он будет как бы фактическим теневым руководителем этого правительства. Во всем, что касается укреплять свою, так сказать, свою позицию и свои, продвигать свои интересы. Давайте попробуем еще принять звонки. Добрый день. Опс, ни один звонок не дождался. 847-400-5200, телефон нашей студии. Либо давайте так договоримся, что терпеливо ждем, когда есть возможность вклиниться в монолог, либо давайте определимся, что у нас будет там в начале второго сегмента время, то есть заканчивается реклама, набирайте номер телефона, и, может быть, к концу второго сегмента, там за несколько минут до окончания программы, ваши звонки, ваши вопросы. Ну, чтобы все-таки не очень здорово получается, когда приходится прерывать. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Александр, вы понимаете, что вот это вот царство Либермана стало возможным только потому, что Нетаньяху позволил ему царствовать. Он совершенно не занимался русскоязычным электоратом и дал его на откуп Либерману. Ну, вы, наверное, считаете по-другому, что там ничего нельзя было сделать. Я думаю, сделать можно было развивать русскоязычную или приводить на русский язык ту прессу, которая была. Но у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, почему можно переговариваться с арабскими террористами и нельзя переговариваться с российскими террористами? Я имею в виду Путина. Сейчас давайте попробуем ответить на этот вопрос. Ну, я не очень понял, на самом деле, суть претензии. То есть да. Путин, Нетаньяху построил отношения с Путиным, потому что Израиль стал граничить с Россией, когда Россия ввела свои войска в Сирию. Если бы он не выстроил этих отношений, то мы бы сейчас были в состоянии войны с Россией. Я не думаю, что это для Израиля было бы полезно.
Нетаньяху действовал прагматично и строго, так сказать, исходя из интересов Израиля. Когда мы исходим из идеологии, то далеко мы с этим, как правило, не придем. И ну, следующий. Я много раз об этом говорил, не думаю, что нужно развивать дальше. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Вот, и что будет с месторождениями, газовыми месторождениями в Средиземном море, на которые претендуют Турция и Ливан? Потому что все эти годы Нетаньяху стоял на страже этих залежей. Вот, а вот теперь ставленники Ирана и Турции, друзья их, пришли у вас к власти. Что будет с этими месторождениями? Спасибо. Ну, я бы сказал, более того, Нетаньяху 10 лет пробивал проект добычи и продажи газа в Европу вопреки сопротивлению тех людей, которые сейчас пришли и займут Министерство энергетики, экономики и так далее. То есть те люди, которые сопротивлялись этому, теперь должны будут этим управлять. И в Израиле, так сказать, горько шутят, учитывая появление Либермана, учитывая появление Лапида, который тоже связан с Мартином Шлафом, австрийским персонажем, так сказать, сделавшим своим деньги в свое время, когда пропали в неизвестном направлении ГДР, деньги ГДРовской компартии, и, который работал до этого в Штази. Так вот, спрашивают с горькой усмешкой, как быстро эти месторождения будут проданы «Газпрому». Вот. Пока что это только как бы шутка, но, как вы понимаете, в каждой шутке есть доля шутки. Спасибо. Ну и пока звонков нет, может быть, все-таки продолжим. Если будут звонки. Вот цене, да. Мы говорили о цене, которую придется заплатить вот за эту политическую цель уничтожения одного конкретного человека, Бениамина Нетаньяху. И вот мы сегодня, читая коалиционное соглашение, видим, что речь идет о необратимой утрате израильского суверенитета в Негеве, то есть 60% территории страны, в пользу движения братьев-мусульман. Речь идет о соглашении с партией РАМ, с которой и Нетаньяху, действительно, Нетаньяху тоже беседовал с ним, но он говорил совершенно о других вещах. То, что сегодня предложили РАМ за вступление в эту коалицию, это, по сути дела, автономия бедуинов в Негеве и полный, так сказать, уход Израиля из этой территории, как я уже сказал, 60% территории страны. Это признание всех незаконных поселков, которые они построили. Это как бы признание тех земель государственных, которые они захватили, для, как бы, что это теперь их. Это еще вкачивание 50 миллиардов шекелей, порядка сколько там получается, 15-16-17 миллиардов долларов в развитие этой инфраструктуры автономии. Но это только одна сторона. Вторая сторона — это необратимая утрата большей части иудеев Самарии в пользу рамальской банды и ООП. Потому что теперь, скорее всего, ни у Ганца и Лапида не будет никакого интереса. То есть, опять же, мы говорим, мы можем попытаться не дать им сделать, или правые в правительстве, правые условно, попытаются не дать им что-то сделать, чего они очень сильно не хотят, чтобы Лапид и Ганц сделали. Но не смогут заставить Лапид и Ганц, например, защищать наши интересы, когда администрация Байдена начнет продвигать создание палестинского государства, государства палестинских арабов. И уже сейчас, как бы тихой сапой, арабы пытаются захватить государственные земли в Иудеи и Самарии, зона Си, так называемая. Нынешнее правительство их сдерживает, может быть, недостаточно хорошо, но как-то сдерживает. И нынешнее правительство дает возможность строить еврейские, расширять еврейские поселения. Всего этого при Ганце и Лапиде, скорее всего, просто не будет. Но это еще не все. Мы говорим о необратимой потере еврейского характера страны. Снова, Израиль не является государством всех его иммигрантов. Израиль, по определению, национальное государство еврейского народа. Но то, что происходит по соглашению с партией РАМ, будет воссоединение семей, так называемая, то есть раздача гражданства израильского бедуинским кланам из Газы, а речь идет о десятках тысяч, может быть, сотнях тысяч человек. Речь идет о массовой репатриации людей, не имеющих еврейской самоидентификации по линии натива. Либерману нужны, как мы сказали, избиратели. И хорошо, чтобы эти избиратели как бы были чужды еврейству, потому что иначе они могут утечь от Либермана. И это будут прецеденты Верховного суда. Опять же, Верховный суд сегодня правительство как бы как-то его все-таки немножко тормозило. В новой ситуации правительство не будет его тормозить. То есть, да, внутри правительства будет вето, то есть левые не могут какие-то совсем уже галтелые законы проводить через Кнессет. Окей. Но Верховный суд будет принимать прецедент. Например, он скажет, что нелегальные иммигранты из Африки, которые инфильтранты, пробившиеся в Израиль, должны получить гражданство. И правительство скажет, ну раз Верховный суд сказал, что мы можем сделать против этого. Но это тоже не все еще, потому что, скорее всего, нас ждет неизбежное ухудшение экономического положения страны, поскольку все марксисты, кстати, сидят на экономических финансовых позициях, и Либерман на Министерстве финансов.
И это при том, что мы входим в посткоронную экономику, когда нужно быть Нетаньяху, чтобы как-то выкручиваться и спасти ситуацию от полного краха. Вот. И, конечно же, неизбежное ухудшение дипломатического положения страны, о котором мы только что говорили. Ну и дальше еще по мелочам. Сергей, если у нас есть какие-то вопросы, можно попытаться ответить. Если нет, да, давайте, давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, у меня такой вопрос. В Соединенных Штатах происходит социальный надлом между консервативными и прогрессивными силами. Это основной разрыв, который происходит в Соединенных Штатах. И то есть существует группа людей, которые поддерживают какие-то определенные консервативные ценности, и другие нет. Значит, консервативные силы здесь в Соединенных Штатах поддерживаются религиозными слоями населения. Вопрос такой, что происходит в Израиле? Потому что прогрессивисты побеждают, похоже, во многих странах мира сейчас такая волна. И возможно, сможет ли Израиль как общество, способное выстоять за счет консервативных ценностей, иными словами религиозных, противостоять прогрессивным? Например, трудно представить себе Израиль, скажем, религиозным государством, если вы окажетесь в центре Тель-Авива, оно ничем не отличается от Нью-Йорка, скажем. И вы только что упомянули, что приезд людей такого же плана, которым абсолютно безразлично отношение к консервативным ценностям, они ведут Израиль к тому, что, наверное, к сожалению, происходит в этой стране. Как вы считаете, есть ли силы в Израиле, которые способны поддерживать движение в плане консервативного движения? Спасибо. Спасибо. Действительно, это очень важный, очень серьезный вопрос. Если бы вы спросили меня, скажем, месяц назад, я бы сказал, да, в Израиле существует, и в первую очередь это религиозные сионисты. То есть это люди, с одной стороны, ортодоксы в религиозном плане, с другой стороны, сионисты, считающие, что время избавления пришло, и мы строим государство, потому что это приближает приход Мессии и так далее, и так далее, и так далее. Но то, что произошло вот сейчас, когда партия Ямина, фактически представлявшая религиозных сионистов, внезапно предала свой электорат, перешла в левый лагерь, и при этом как бы часть, немалая часть ее электората, она поддерживает это. И поэтому сегодня, когда мы говорим о религиозных сионистах в Израиле, то мне уже трудно сказать, что это группа, которая действительно стоит на консервативных ценностях и противостоит вот этому вот прогрессивизму. Я не люблю называть это прогрессизмом, потому что прогресс все-таки в русском языке — это как бы слово с положительной коннотацией. А те люди, которые продвигают в Америке эти ценности, они именно прогрессивисты. То есть они не продвигают прогресс, они не продвигают чего-то хорошее. Они продвигают, по сути дела, марксизм или разные другие формы левые, фашизм, там, под анархизм, под эгидой, так сказать, прогресс. Поэтому вот эти условные прогрессисты в Израиле сегодня, к ним присоединилась немалая часть религиозных сионистов. И это вопрос, насколько это присоединение глубоко. То есть можно предположить, что часть религиозных сионистов сейчас рванула как бы в лагерь прогрессистов израильских, как бы, так сказать, надеясь, что теперь их примут к себе первый Израиль, элитный Израиль. Точно так же, как в Америке, есть в Израиле элита, которая называется первым Израилем. Это в основном белые, левые ашкеназы, это, так сказать, светская публика ашкеназская, богатая, обеспеченная, которая занимает этот дип, как бы это представители дипстейта, представители силовых ведомств, руководители силовых ведомств, высшее чиновничество. И с другой стороны, есть второй Израиль. Это представители восточных евреев, это те же самые жители городов развития, религиозные евреи. До недавнего времени религиозные сионисты как бы были во втором Израиле. Тут поманили Беннета в левый лагерь, и, может быть, кто-то из них видит в этом, что вот их возьмут сейчас, кооптируют в прогрессистский лагерь, в лагерь первого Израиля, в лагерь тех, кто правит страной. И они готовы за это продать и Нетаньяху, и свой прежний, так сказать, своих прежних союзников. И, может быть, если бы это действительно был бы таким, такой процесс, может быть, если бы действительно приход Беннета в левый лагерь привел бы к тому, что, скажем, значительная часть поселений была бы признана левыми легитимными, я бы сказал, что окей, это стоит того, это стоило того. Но мы понимаем, что это все временно, что до тех пор, пока Нетаньяху не сбросят, после этого вся дружба кончится, и религиозных сионистов выпнут обратно, так сказать, во второй Израиль, там, где с точки зрения первого Израиля им и место. И поэтому сейчас мне трудно сказать, насколько
оставшие правого лагеря, консервативного лагеря, расколотого вот этим предательством религиозных сионистов, поддержавших Беннета, насколько он готов сегодня противостоять вот тем вызовам, тому вызову, который возник в Израиле. Может быть, станет яснее через несколько месяцев, может быть, через год, когда уже будет ясна расстановка сил, и мы поймем, с кем остался консервативный лагерь и кто перешел в лагерь прогрессистов. Сергей. Да, у нас остается буквально пару минут времени для того, чтобы закончить нашу сегодняшнюю программу, и вопросов, похоже, больше нет. Поэтому заключительное слово. Заключительное слово. Очень-очень горькое заключительное слово, потому что на самом деле, вот вы сказали вначале, что левые называют это правительство правительством единства. И если бы это действительно было правительство единства, то Лапид и Беннет, которые его строят, они бы не скрывали с такой ожесточенностью коалиционные соглашения до самого последнего момента. Они бы не прятали от нас то, что, в общем-то, арабы, представители партии РАМ, рассказали еще неделю назад на арабском языке для своих избирателей. Они рассказали о том, что будут остановлены сносы незаконных поселков, что будут отменены штрафы за захват земель, что все эти земли как бы перейдут к ним, в их собственность, что будет отменен закон, заморожен, по сути дела, отменен закон, который представлял властям страны право восстановить контроль земельного управления над захваченными землями. Этого бы всего не было, они бы не скрывали эту ситуацию. Если бы действительно было правительство единства, то Беннет и Сар, как бы представители недавно еще правого лагеря, начали бы использовать очень как бы подлый и лживый левый дискурс. О чем я говорю? О том, что у нас во времена, когда премьер-министром был Нетаньяху, левые демонстранты делали все, что угодно. То есть во время комендантского часа, во время карантина из-за короны были разрешены демонстрации. Они собирались перед домом главы правительства, они демонстрировали. Но как они демонстрировали? Они призывали к смерти Нетаньяху и его семьи. Они обещали изнасиловать Сару, его жену. Они обещали убить его сына. Они там надували огромные мужские члены, как бы показывая, что они сделают с Нетаньяху. То есть шла совершенно оголтелое подстрекательство против премьер-министра с нарушением всех мыслимых правил. Но служба общей безопасности Шабак молчала. И вот сейчас, когда Беннет предал свой лагерь, когда часть действительно его поддержала, его избиратели, а часть, большая часть, порядка 60% его избирателей в ужасе, и они говорят, что это просто предательство, это же вранье, на телевизор вылез глава общей службы безопасности Надав Аргаман. И стал говорить о том, что недопустим подстрекательский дискурс. Так говорили нам во времена Рабина, так говорили во времена Шарона. То есть когда левые начинают нарушать все мыслимые правила, переступать через те законы, и правые возмущаются, то вдруг мы вспоминаем о том, что есть подстрекательский дискурс. На самом деле это очень похоже на то, что происходит у вас. То есть можно было поливать грязью Трампа как угодно. Можно было обещать его убить, можно было все что угодно говорить против него. Но если вы десятую часть, сотую часть того, что говорили о Трампе, скажете о Байдене, то вас просто, кстати, приравняют к террористу и по всем законам борьбы с террором пропустят через все круги ада. И то же самое происходит сейчас в Израиле, но с левыми так было всегда, они всегда такими были. Они считали, что им можно говорить про правых политиков все что угодно, а правым нельзя говорить про их левых политиков ничего, кроме похвалы. Но сейчас, когда Беннет и Сар стали повторять эти мантры, то становится действительно страшно, потому что это значит, что эти люди, полностью прекрасно отдавая себе отчет, что они делают, они перешли на сторону левых. И это не попытка, внутри левых что-то изменить, как-то действительно сделать правительство национального единства, как-то, как они говорят сейчас, скрепить народ, чтобы все стало хорошо. Нет, абсолютно нет. Они просто предали и знают, что они предали. Александр, к сожалению. Мы продолжим в следующий раз. Спасибо огромное и до встречи в следующий раз.